Вот здесь Итон-центр, такой гигантский олень. Гигантская олень, а там огромная елка такая. Искусственная. Не, она да, не искусственная, она просто покрыта множеством красных огоньков. Вот здесь такой вот белый олень. Там сзади тоже стоит белый олень. Вот такой. На самом деле он, кажется, наяву гораздо более огромный, чем на, там, в кадре видео, конечно. Вот еще второй олень еще есть. А? Сейчас посмотрим еще второго оленя. Тоже гигантский, но поменьше, поменьше. Да, а вот второй. Ну и вот панорама, панорама огромной елки. Единственное, что каждый год они делают одно и то же. Хотя бы что-то новое придумали. Все та же елка, все те же олени. То есть красиво, конечно, но могли бы что-нибудь придумать другое. Конечно, чувствую себя гораздо более огромнее, чем в кадре, но что поделаешь, что есть. Да. Такая елка. Дальше там нет. Дальше там уже, по-моему, ничего нет другого. Ну вот с этой стороны тоже можно смотреть. Ну, вот тут все олени видны. Панорама всех оленей и елок. Одновременно. Да. Ну еще сейчас повернемся. Чуть издалека. А, там еще один олень стоит. Вдалеке. Сейчас дойдем до него. Сейчас быстренько до него дойдем. Вот тут вообще гигантский. Тоже последний олень. Ну, это такие. Вот еще елочки стоят на витринах. Сейчас ближе подойдем к этому оленю. Огромный, когда рядом стоишь, кажется, очень огромный. Ну вот так, сейчас посмотрим, что на улице делается.